Что нового? Питера думаем, что надо менять клуб в МСК. Нормально слышно меня? Спасибо. Дом хуже, чем смена. Лер, привет. Скоро будет и кепки, и футболки, и лонгсливы. Когда будет, неизвестно. Не скажу пока. Да, нормальная черешня. Ну, это нормальный вопрос, я понимаю. Это все про капсулы, блядь, да про концерт. Заебатая черешня. Привет, Краснодар. В Улан-Удэ был. Недолго. Да я сейчас со сквошем. Я вообще на сквош-кемпе. Первая сессия была с утра. Вторая сессия вот скоро будет. Тренировки. Ни на кого не учусь. Тренировочная сессия. Я уже все умею. На батле Окси и СТ. Не могу рассказать. Черешня. В Иркутске, может быть, будет, но не так скоро. Недавно же был. Спасибо за кубик. Бля, не помню, оба. Что-то типа... ₽80 за 200 грамм. Давайте уже нормальные вопросы кинем. Да, заебись черешня. Мне 24. Я вообще не против, чтобы меня кто-то не одобрял. Я даже за. Клипы будут. С Рудом у меня никакого бифа и не было особо. У него были какие-то ко мне предъявы, но мы все решили. Не знаю, сейчас нормально общаемся. Когда общаемся. Биф Кизару и Фараона, я не слышал об этом. Какой еще биф?
программе сказал, потому что на Double Tap не было грайм треков вообще. Поэтому судить про грайм или говорить там, что я пытаюсь продвигать грайм в России, говорить такие фразы после выхода альбома, ну как-то вообще what the fuck вообще, блядь. Если бы я делал грайм там, тогда можно было сказать, что он хуёвый. Когда я даже вообще не подразумевал ни в одном треке не грайм читку. Да, битов-то нет, по сути, граймовых. О чем вообще речь? Просто это частое вообще, частое заблуждение и классика вообще объяснять, чем отличается грайм от рэпа. И вообще неблагодарно это дело. Все равно никто не поймет, никто не знает. Ну, в смысле, никто не знает из слушателей. Большая часть, вернее. А что за биф, расскажите в двух словах. Мне нравится этот Джимбо. Совсем недавно приколоться по нему. А кто на Кизару пишет? Типа они. Зачем ему это? Реакция кого? Вообще? К Жабу хорошо отношусь. Знакомый лично. Скрипи крутой. Вроде как у него концерт должен быть в Питере с новым альбомом. Что-то типа 29 мая. Такую же черешню можно купить. Я не посмотрел скрипи его. Что-нибудь кроме фитов интересует? Ну вот про G-Shock могу показать. Да неплохо же. Недавно только от концерта отошел. Да потому что это его дом мыл черешню, чувак. А, грех, здорово. В чем разговор деловой? Альбом у Скептли охуенный. Вера Битс. Звук самый крутой у Вера Битса.
ну, с кем, по крайней мере, я работал. Вера пришел на концерт, на последние два трека, по-моему. Ну, я думаю, что этого хватило, чтобы понять, что творилось на концерте. Да, топовая фотка с Барса. Охуенно. Людей было... Точно не знаю сумму людей, количество людей. 250 точно было. 300 не было, думаю. Ну, как бы мы примерно посчитали. 250 плюс. Примерно так. Историю жизни. Хуй знает, что рассказать. Летом я хочу поехать в Хельсинки на фестиваль Flow. Там будет Stormzy. Stormzy огонь. Я хотел в прошлом году поехать. Там был Wiley и Skepta. Но я был в Амстердаме на турнире. Минск. Я не помню, вроде что-то писали с Минска, но мы делали альбом. И, короче, заняты были. Сейчас не знаю, я думаю, летом вряд ли куда-то. Букер был на концерте Бэком. Короче, все предложения, которые на почту пишете, они должны быть с почты. То есть сообщения из контакта не рассматриваются. Отчет будет, фото и видео. Фотки будут, может быть, сегодня с концерта, может быть, завтра. Потом будут фотки с автограф-сессии. А под конец недели будет видеоотчет, причем видеоотчет будет в виде дневника, типа, ну, начиная с автограф-сессии и заканчивая уже непосредственно концертом, ну, какими-то, какой-то бэкстейдж будет. Я в Питере живу, да. Целенаправленно приехал. Не на время. Да, салют парню, который убрал камеру на концерте. Я не учусь, я уже закончил давно. Это я не букеру говорил, это я, типа, в зал говорил. Нет, жены у меня нет. Батлы зовут. Если бы я принимал все батлы, соглашался, то я бы только и батлил, а не музыку делал. Да, знаком. Кстати, по поводу контракта Мезы, я, по-моему, не помню, рассказывал, не рассказывал, он не контракт, а то, что он подписал контракт на продажу альбома за 250 тысяч компании Make It Music, они тоже писали мне на почту, и, короче, ну, по поводу монетизации контента.
Да, искал сам. Все, сам буду делать. На Москве не было концерта еще. Сироп будет на байке. Могу рассказать про концерт в Питере, как мы его сделали. Открою секрет, что сделали мы его абсолютно сами. Вообще просто в два лица с сиропом. Помогали нам, конечно, ребятки. Но вся основная нагрузка и вообще договоры, билеты, афиши, реклама и так далее, мы все делали сами. Мы заебались. МСК уже делают ребятки из Москвы. Поэтому в два раза было приятнее, когда мы увидели, какое количество людей пришло, что не зря мы все это завалили. Букер красавчик. Конечно, планируем. Фотки с автограф-сессии скоро. Сегодня будут фотки, сегодня или завтра будут фотки с концерта, части фоток. Ребята космодромы обработают. Видос будет в конце недели, возможно. Капсульная коллекция. Значит, что вещей в этой линейке будет ограниченное количество и больше они не появятся никогда. То есть все, что выйдет, это ограниченный тираж.